Всем ласа, братва и сёстры, также гости канала, с вами Элисбро, и мы продолжаем проходить Hitman Absolution. В прошлой серии Скёркис получил свое наказание перед глазами Бога. Как говорится, символично в церкви умер за свои грехи. Что ж, следующая миссия у нас будет единственная в своем роде. Я не знаю, что будет происходить, кого надо мне убивать, но должно быть любопытно. И чувствую, что уже мы приближаемся к финалу. А как близок, я даже не знаю. Ладно, поехали. Один эпизод, так что, может быть, не одну миссию пройду, а две. Но это зависит от того, как я буду проходить. Let's go! Поехали! Итак, куда же мы едем? И что мы преследуем в этой миссии? Единственное в своем роде. Я на катафалке еду. Чё ему? Декстеру труп везу, блин. Доказательство твое, что он проиграет. А, еще со мной агент на хвосте. Ладно, давайте узнаем, куда же он едет. Драматично. Должно быть что-то серьезное. Чикаго? Что я делать? Чикаго собрался. А, я сейчас в Чикаго. Уходил, точно, там полиция же было, да? У, и мы. Наверное, уже про меня забыли, надеюсь. Хотя, после Поупа... Тони Квемена. О, магазин. Чё, одежду выбирать буду? Нормально. Нормально. Эпизод, часть третья уже пришла. Третья часть. Мы реально к финалу идем. Ой, лысый, тебе помыться бы не помешало. Здрасте. 47-й. Том, мне нужен новый костюм. Это точно. Мистер 47-й. Какая честь. На, не надо элегантный костюм для убийства элегантного человека. Ты все правильно понял. Следуйте за мной. Вот сюда, сюда. Извольте в примерочную. Да-да. Примерочную? Сюда? О, костюм-то шикарный. Так, уф, дайте переодеться. Проходите, 47-й. Да я уже прошел. Не мешай. О, прям на мне. Лучше, чем ваш старый костюм. Да я вижу. Смотрите, шерсть ручной вязки. Невидимые усиленные швы. Конечно, шелковая подкладка. Ты хорошо рассказываешь. Спасибо тебе, добрый человек. Костюм, как по мне... Сидит уютно. Ладно, спасибо. Спасибо за костюм. Как говорится. Что ж, когда вы с чудом магии переодевания еще успел как-то и помыться, я отправляюсь за Декстером. Что ж, это была миссия «Расвобон на отдыхон». Прикольно. Я там никого не убил. Там какие-то еще костюмы были. Но я с ними не буду париться. Ой, ё-моё, там много предметов чего было, и улика тут была. Ну ладно, на это босс забьем. Продолжаем. Что ж теперь нас ждет дальше? Агентство уже полным ходом активизировалось. Их запомнили тоже в Хоупе. И, по-моему, они виновны будут в этом происшествии. Привет, сучонок. Эй, козёл, встретились они. Ладно, Лейла. Видишь? Девка цела. Ну да. Если она нужна тебе живой, гони 10 миллионов сейчас же. Нанна. Да, кстати, насчет денег. У меня нет таких полномочий. А как это нет? У тебя что? Чего у тебя нет? Ты шутишь, сука? Сейчас перестрелка. Нет, партнер, так не пойдет. Либо ты найдешь того, у кого есть полномочия, либо сделка не состоится. Понял. Считаю до трех. Ну, я поговорю с начальством. О! Какого хрена? Чертов ублюдок, какого хрена ты делаешь, а? А ты обиделся? Мне так жаль. Руки в сторону, о
пончо. 10 лямов прямо сейчас. На, блин. А будешь гоношиться, потребую еще 10 лямов. Убил, кстати, проститутку этого... И бабу твою докучи. Ладно, засранец, я тебя понял. Ну-ну. У тебя милая попка, красавица. На кой черт тебе этот жирный хрен? Действительно. Свинья. Еще какая. Эй, хорош, где девчонка? Ты что, думал, тебе отдаст девчонку? Я тебе скоро перезвоню и скажу, где ты можешь найти Викторию. Пошли, милая. Короче, агент, тебе средний палец показали. Тебе 10 лямов махануть? Агентство? Ты правда отдал наши деньги этому психопату? Ну, да он не так глуп, как кажется. Но наши люди повсюду. От агентства не скрыться. Да и от выслан тоже не денется. У кого бы из вас девушка не была, вам хана. Шо тебе, шо Декстеру. Этому, как ему, ковбойчику. Да уж, провели они такую махинационную сделку. Так. А чё собрался делать Выцы в это время? Полезет в это здание? Серьезно? Точно, Выцы только приехал. Выцы, ты опоздал на вечеринку. Блэквотер Парк. А, точно. В прошлой серии еще намекали, что нам туда. Итак, мы находимся сейчас в Блэкторне. Надо каким-то чудом пробираться, да? Ну давай попробуем через парадку. Вы куда? Жопу труда. Не знаю. Надеюсь, нас пустят внутрь. Прошу так, прощения. Тут походу не простите, пустят. Сэр, мадам, пошли в другую сторону. Пошли в другую сторону. Погоди. Погодите. Раз, два. Никакой стрельбы. Так. Мои дорогие друзья, вы отдаете волыны. Это раз. Два. Делаем ход конем. Три. Захожу я внутрь. Наверное, даже не через парадку лучше бы я это делал. Ладно, пусть палят. Блин. Да пошли вы. Нет. Стою, ладно, ладно, сейчас стану тут. Последнее и давай. Покажите лицо. Да я стою, видишь? Добрый вечер. Ну, ладно. Все, 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 сдаюсь, сдаюсь, только не ори, пожалуйста. Упс. Мужик упал. Я ничего не знаю. Тихо. Неужели... Да пошел ты. Да пошел ты. Не. Не. Так, и как мне инстинкт зарядить? Скажите мне теперь, пожалуйста. Да пошел ты. Что такое? Мне нужна помощь. Иди помоги. Там у кого-то большие проблемы. Все чисто, ребят. Пошли дальше. Ладно, я тут побуду. Эй, что вообще происходит? Тихо. Срочно нужно подкрепление. Ладно, идите за подкреплением. Хоть выйду отсюда. Все, все успокоилось. Закройте рот, парни.
Так, мне надо прибор ломать. Так, я иду сюда. Проникнуть пентхаус сделал. Так, добрый вечер. Привет. Привет. Как дела? Почта есть для меня? Почты нет, обидно. О, спрятаться. Я пончики поем, не возражайте, коллеги мои. Так. Ты своей работой займись, а я свою знаю, ясно? Да ясно, ясно, уйди отсюда. Чё ты так бди... Я жрать хочу, что ты смотришь? Как дела? Да нормально. Всё. Сэр, сэр, погодите, сэр. Да-да. Эй, я с вами разговариваю. Ну да. Обернитесь-ка сюда. Вас слишком много. Ну. Последнее предупреждение. Ты чё, слеп? Обернитесь ко мне. Ну. Ты меня не проведёшь. Ну и... Хватит, Олег. Не буду стрелять. Отпусти его по-хорошему. Ого. Шлите переговорщика. У него заложники. Да. Шли переговорщика. Убейте его. Чего вы ждете? Ты чё орёшь? Убейте его. Ты понимаешь, что тебе так просто не уйти? Отпусти человека и что-нибудь придумаем. Согласен? Скажи, чего тебе надо. Скажи, чего тебе надо. Вашей смерти уже. Все, умри уже. Ай, говноны. Как заело? Кто-то сзаду есть? Внимание, приоритет заднеприводному. Куда они? Сейчас я заднеприводному умнику. Не вижу его. Я тебе помогу. Все, увидел. Ага. Своей ты стрельбой многих ты зацепишь. Я тут, братан. Так лови еще. Так, главное не вас. Подмена. Бум. А, его бил за... Раз, два... Блять, ты гнида! Везучий. Ты опа. Ладно, детские игры кончились. Достаю пушку посерьезнее с вами. А мне надо свалить. Нет. Когда они успеют. Да. Стойте, ты прав. Я мертв. Ты гений. Подозреваемый рядом. Теперь не уйдет. В смысле рядом? В каком месте я у вас рядом? Так. Неизвестно где, неизвестно как. Надо будет не выбираться. Тихо.
Могут ко мне идти. Да заныкайся, открой дверь. Где ты Ты смотри, первый умник. Ну окей. Выхожу. Озеры. А куда я мог смыться? Да. И насколько я близок? Так, сладенький. Опа. Бум-бам. Вот этот трюк я называю гениальный. Жалко, что ваш костюм нельзя одеть девушкам. Он мне понравился даже. Катушка с фильмом. А зачем он мне нужен? А, курс на столкновение. Ой. Тихо. Пацаны, смотри, я вам фильм включил. И куда он побежал? Чё за кино? А чё за фильм? На. Так, ладно, одевайся. Все, я неизвестный никто. И теперь я могу уходить. Все, пацаны. Я это могу, я это умею, я это практикую. Вот так проходит гений. Все, открывайте мне дверь лифта. Мне надо наверх. Тю, неудачники. Поубивал пару десяток, забрал нужный костюм, развел как лопухов. И неизвестно, куда я сейчас еду, на высокий этаж Декстеру. Или Бахстеру. А, неважно. Камеру правильно вырубать надо. И смотрим кино. Мистер Декстер, он отключил камеру в лифте. Вы уже знаете. Идет к вам. Да. Говорят, что богатство — это тяжелое бремя. Ну да. Но я взвалю его на себя и скажу я вам, что... Ой, да! Да! Срань господня, это не хреновая куча бабла, и она вся наша! Она моя! Накупи себе помаду. Ну да. Черт, это целая прорва денег! Алло, Декстер, это 47-й. Что? Блин! Ты что, смеешься, папа? Сколько можно убивать одного сукина сына? Прикольно! Бесконечно! Ты иди и убей его прямо сейчас! Слышишь меня? А кого ты Но там нет, просишь? Нет, вы не можете, потому что вы шайка драных абсосов! Все приходится делать самому! Серьезно? Успокойся! Господи, мать его, Иисусе! Все хорошо! Нет, не хорошо! Этот лысый хрен идет меня шлепнуть! Черт, надо же! Пойми, Лейла может остановить любого мужчину. Чего? Чего? Знаешь, мне кажется, в этом что-то есть. Лейла? Я рассчитываю на тебя. Ты чё нам несёт, а? Какая Лейла? Давай, ангелочек, пошли. Я на тебя надеюсь. Сделаю. Лейла, это ты меня собираешься убить? О как. Ну-ну. Интересно, что ты предоставишь мне? Лейла меня взяла и заинтриговала. Так, где-то лифт остановит, по-любому. Ты кто такой? Мне номер 55,
Господи, какой же ты балабол. Лысый. Стукни ему по башке. Ты балабол. Надо. А интересно, а мужика не смущаешь, что у него... Ух ты, чувак, у тебя пушка. Ну, круто же. Действительно. Сейчас еще больше пушек будут. Бедный доставщик. Тебе не повезло, тупо. Мужики. Господи, берите суши и передай их лично мисс Стоктон. Не трогай там ничего. Так, не спускаться это не вариант. Пошли искать других... Я боюсь. Быстрее высый. Так, ладно. Идем по лифтовой шахте. А куда я без понятия? Мама, дяди, взрослый дяди тут. Вы это не дура, не дурите. Ну серьезно, не дурите. Ой, лысый, у нас костюм с тобой неподходящий, это факт. Раз, два, три. Лейла. Раз, два, три. Три, я сказал. И Лейла. Поехали. Операция по зачистке. Начали. Начали, 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 начали. Так, теперь осталось самую малость. Почистить говно. Почистить. Так, теперь не надо выбираться. Но сначала не надо найти... Какое подкрепление, девушка? Ты зачем киллеры записал? Ого! Мадам, а у вас есть лицензия на такие взрослые пушки? Я не знал. Ну на, огонь на поражение. Все как ты и просил. На уж. Вы обосрыватели кто? Я сейчас ничего не понял, но это ли интересно было. Так, меня смущает, что там очень много людей меня ждет. Мужик, а ты куда палишь? Тихо. Это надо делать за укрытие. Всем держать оборону. А дай мне эту... Мама. Лайс. Господи, у вас пушки говно. Отмена! Ё-моё, ты чё, вблизи с 2 метров меня пытаешься убивать? Убит. Так, новая партия бомжей. Убит. Да ё-моё. Отмена. Охрана отмена. Так, бэм-бэм. Да тебе никто не поможет. Заколебал быть живучим.
Так, ладно. Выдыхаем, бобер. Не, у тебя дядя, конечно, пушка классная, но ты стрелять с него не умеешь. Так, ждем, пока они зайдут. Не, куча патронов никуда стреляет. Наш нынешний убийца, те еще вошки. Так, ладно, быстро отдавать тишину. Хавай. Хавай пушку и уходим. А, не в нижнюю дверь. Да нету его нигде, его застрелили. Везде памятью проблемы. Даже первая помощь мне не пригодится. Все, уходим. Серьезно? Кодовая панель. Параша. А что у нас тут тогда? Да-да, тут именно у нас что? Так, теперь я не понял. Вот теперь я не понял, что я должен найти. Ключ-карту, да? Где искать ключ-карту? Неизвестно. Лейла надо было бы искать, труп статьи. Да, вы сына, надо что-то думать. Ладно. Мне кажется, есть вариант. Так, огнетушитель это не вариант. Тихо. У нас неприятности. Вероятный нарушитель. Будьте начеку. Вероятный? Всего лишь что вероятный? На уж. И кто только работает у вас? В наемных убийцах. Бомжи. Так, а я вроде вас знатно-знатно прорядил. Мина близкого действия. F. Забрать, а не как в прошлой миссии. Взорвать себя. На, где бы я не прятался, найдите меня. Если у вас... What the fuck? Вы же реактивировали мину, мальчики. Ну и ладно. Так, а где найти мне то, что мне надо? Я не могу понять, где ключ-карта. Быть на чеку. Возможно, неприятности. А почему только возможно? Сюда, сюда, прям сюда, давай. Похоже, у нас проблема. Да у вас по жизни проблемы. Да уж. Я больше времени теряю найти эту, как его, ключ-карту где-то. Где-то рядом, где-то рядом. Я не знаю, где, о чем говоришь. Фу. Так быстрее будет. Так понадежнее и быстрее. Все. Спать. Так, я, по-моему, скоро кругаля реально дам. Влезай в окно. Так, я сейчас нахожусь на балконе, да? Как-то этажом ниже надо спуститься мне.
А, вниз просто спуститься, окей. Влезай в окно. Можно это решить, как говорится, без проблем. Вниз, вниз. Сплошняком вниз. Ховаюсь и дверь открываю. Фу. Гениально. Раз, и не даем ему очнуться. Извини, пацан. Спуститься. Мама. Страшновато. Залазь обратно, а. С высоты упадешь. За тебя. Ладно, давайте поодиночке вас разберу. Чтобы мне точно мост не парили. Здорово, коллега. Я смотрю, бдительность у вас так и прет, да? Что ж, это, конечно, замечательно, но не очень. Ага. Я прошелся кругалям. А эту дверь я не открываю. Вопрос. Какого уля? И где предмет? Бедный самурай, пацан. Вот тупо застрелили. Даже жаль мне его стало. Спрятаться. В этом этаже есть где-то выход. Где выход? И не прятаться надо. Где секретный рычаг, а? Что это ты мне что сейчас показываешь? Что мне сейчас показало, а? Этот радар? Не знаю. Да уж, я буду долго, наверное, искать ключ-карту. Сделаем таким образом. Как найду полезный предмет, чтобы открыть дверь, мы вернемся, окей? Даже делаем волшебный чаучок, и мы уже нашли то, что надо. Так, я решил вернуться и решил вам показать кое-что интересное. Смотрите, фокус. Хо-я! Я мастер-самурай, да. Я просто красавец, орел, парень, молодой. Я не знаю, зачем пришел. Во! Мне кажется, и вход нашел правильный. И где-то тут секретная дверь. И вот мне туда и надо. Я-то думал, что мне надо ключ-карту искать. А оказалась такая шняга. Так, взять телефон. А, давай возьмем телефон. И не надо удивленно смотреть. Ты же выросла из пробирки. В моей лаборатории будешь как дома. О, только не говори, что ты не знала. Господи, это же просто нечто. Не ты ублюдок! А? Не подходи ко мне! На! Она как и я, лысый. Берет ему тузи только в путь. На-на! На! Слышь! А она-то непроста. На-на. Минус 3. На. Вот это кунг-фу. На, по животу. Молодец, девочка. Может, из тебя и выйдет толк. Усыпите и тащите ее в вертолет. Вот засранцы. Да уж. Вот что я... Вот наконец-то понял, почему за ней все охотились. А она, оказывается, еще та убийственная штучка. Ладно, друзья, мы думаем, что мы далеко прошли, и думаем, что на этом месте надо закончить серию. Кому понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться видео с друзьями. С вами был Лесбро, желаю всего самого наилучшего, всем до встречи и бай-бай.